в жизни я как пацанка. Мишечка, Чебурашечка, внутренней мягкости не хватает, пусть хоть на пузе будет что-то помягче. Вроде бы молодая девочка, а зуб передний один отсутствует. Не сложилась личная жизнь. Какой ужас, 18 лет. Я начинаю чуть ли не кидаться на молодых людей, предлагать им себя. Поматросил и бросил. Да. А матросил ли вообще? Да, не поматросил даже, будем так говорить. Я совершенно осталась одна, совершенно. Я занимаюсь народным вокалом, то бишь это постоянные концерты, выступления, сцена. Меня очень ругают друзья постоянно, что на сцене я на каблуках и накрашенная, а в жизни я как пацанка. В кроссовках, в каких-то футболках. Много раз мне говорили в лицо, за спиной. Вроде бы молодая девочка, а зуб передний один отсутствует. 2 года назад мне было 18 лет. Приехав с очередного концерта, молодой человек, который мне очень нравился, я признаюсь ему в любви, на что он мне отвечает, что да, я все понимаю, ты для меня как сестра, мы с тобой связаны по работе, ну ничего большего. На фоне этого пропал голос, и это меня сломало до конца. Я себя на самом деле ощущала очень убитой. Просто ощущение, что мне просто выстрелили в спину. Мне никто не помог, я совершенно осталась одна, совершенно. Сейчас я стою в таком коматозном состоянии, я сейчас не живу, я сейчас существую. Я хочу просто начать, чтобы мне дали толчок, чтобы вот этот огонек, который в душе, он загорелся заново. Ангелина, привет. Здравствуйте. Ангелине прям подходит очень ее имя. Она похожа на маленького ангела, мне кажется. Это правда. Насколько маленького? 20 лет. Что в 20 лет с такой ангельской внешностью девочку привело к нам на программу? Проблемы начались 2 года назад. Не сложилась личная жизнь. Какой ужас, 18 лет, да? Да. Подожди, подожди, Женя, Юра, мальчик, рассажу вас, сейчас выгоню. Потянулось все одно за одним. Проблемы дома, проблемы в семье. Подожди, подожди, подожди. Потянулось одно за одним. Сначала неудача в личной жизни. Что случилось с тобой 2 года назад? Нравился молодой человек, призналась, честно сказала, открыла душу. Плюнули, перестали общаться и сказали, что... То есть поматросил и бросил? Да. Поматросил ли вообще? Да, не поматросил даже, будем так говорить. Поматросил и бросил. Так вот главная проблема, оказывается. Да, останемся друзьями и перестала разговаривать вообще. Мне почему-то сразу стало казаться, что я некрасивая, что я не могу никому нравиться. На фоне того, что не сложилось в личной жизни, получились проблемы дома, у меня пропал голос. Я каждое утро просыпалась и не могла сказать даже слово. Элементарно. Для певца это просто ад. Это психосоматика. Подожди, то есть пропал голос, буквально он пропал. Ты говорить перестал. Да. Надо уже, вот мне кажется, здесь останавливаться и поставить какую-то точку. Дело в том, поправьте меня все, пожалуйста, если я не права, что мне кажется, что мы случайно все вчетвером нагрянули в старшую группу детского сада. И с несложившейся личной жизнью. Уже. Да. И слышим, как ребенок, который только что убрал в сторону кубик и говорит, а мальчик меня бросил. И жизнь на этом остановилась. И я на него обиделась. А дома пришла, и дома на всех обиделась, и они тоже на меня обиделись. И я даже перестала петь песню на утреннике, и все пропало. Катя, ты тоже это заметила, да? Вот обратите внимание, мы, не сговариваясь с 20-летней девушкой, профессионалом, человеком, у которого есть уже судьба, а мы с ней как с маленькой. Ангелиночка, а какая ты прелесть, а какая ты радость. Есть у вас такое? Да. Ну, конечно.
На самом деле я пришла сюда, потому что из-за моей внешности, может быть, из-за моего возраста, ко мне относятся все как к ребенку. Но меня все воспринимают как друга, кого угодно, только как не как серьезного взрослого человека. Будто думают, что я ни на что не способна, я не знаю, как это. Ты хочешь стать молодой женщиной, но не знаешь как? Совершенно правильно. Я знаю первый шаг, который тебе нужно сделать. Ой, я вас стесняюсь спросить. Тебе нужно вставить зуб. А давайте мы посмотрим, во что одевается девушка. Давайте посмотрим, во что одевается девушка, которая хочет понравиться мужчине. Смотрите далее. Послушай взрослого мужика, то есть меня. О, все, Виктор, я беру тебя моим старшим помощником по гардеробу. Я начинаю чуть ли не кидаться на молодых людей, предлагать им себя. Чик, пожалуйста. На самом деле, это вот почему меня воспринимают все, это мой подарок на 20 лет. Это мне подарила подружка моя лучшая. Вот такой подарок на 20 лет. Ну, я одела и ношу. Хорошо, да? Ну, получается, тут все какие-то подарки на 20 лет, правильно? Пожалуйста, вам кукольные чебурашки. Прекрасно. Тут, пожалуйста, вам вот эти вот тинейджерские темы с какими-то лицами, портретами любимых рок-звезд. Хорошо, что не с Микки Маусами. Ну, на самом деле, это все осталось с тех времен, когда был ступор в жизни. И... А сейчас расцвет в жизни. Да, и сейчас я хочу просто что-то возобновить, что-то сделать, какой-то взрыв. Именно расцвет твоей жизни означает вот эта твоя блузка, в которую ты сегодня к нам пришла. На самом деле, то, что у тебя висит в гардеробе, вот эти вот худи из махрового полотенца... Просто удобно. Удобно в этом ходить. Так слушай, ну так и ходи удобно 13-летним подросткам. Чего ты к нам-то пришла? Ну вот я хочу избавиться от этого всего. Вот, так прежде чем ты хочешь избавиться, можно я задам мой любимый вопрос? Вот когда девочка приносит мне свой гардероб из 20 вещей, и все похожи одна на другую, и говорит, я так хочу избавиться, у меня одно и то же. Ты зачем в 16-й, в 17-й, в 18-й раз брала одинаковую футболку и одинаковую худи? Вот зачем? Мне казалось, что это все разное. Это же все одинаковое. Более того, тут еще и одинаковых цветов. Это мой любимый цвет. Одинаковых силуэтов, одинаковых фасонов, одинаковых расцветок. Просто мишки сменяются котиками. Котики сменяются пингвинами. И она говорит, как же так меня воспринимают на 13 лет? А знаете, в чем секрет? Вот я сейчас вам расскажу. Дело в том, что Ангелина человек жесткий, прямолинейный, категоричный, очень справедливый к себе и окружающим и склонный к лидерству. Пусть не на большом участке, пусть не среди многих людей. То есть она сейчас на маскировке? Нет, вы понимаете, в чем я? Вот такой костюм, вообще спортивный стиль, свойственен людям доминантным, строгим, упорядоченным и внутренне агрессивным. Ты чувствуешь эту свою внутреннюю агрессивность и прямолинейность, которая больше свойственна мальчикам, чем девочкам. Ты выбираешь вот эти принты. Мишечка, Чебурашечка, т-т-т-т. Внутренней мягкости не хватает, пусть хоть на пузе будет что-то помягче, да? Правильно или нет? О, все, Виктор, я беру тебя моим старшим помощником по гардеробу. Все, ты правильно сейчас сказал. Все, мы договорились. Мы договорились. Послушай взрослого мужика, то есть меня. Самая пикантная, самая интересная для многих мужчин женщина, это в которой есть чуть-чуть мужского. Вот такого мальчишеского задора, понимаешь? Такой способности вдруг резко хлопнуть кулаком по столу. Сказать, а сейчас мы пойдем со мной. Да, вскочить на коня и ускакать куда-то к чертовой матери. Вот таких любят, и это в тебе есть. Просто ты ошибаешься, и Катя здесь права, ты ошибаешься в инструментах. Наша задача, как я ее вижу, вот увидел сейчас, мальчишку этого сохранить в ней, но сделать при этом пикантной, уже молодой, достаточно взрослой женщиной. И пусть башка у мужиков кружится, отваливается. Да? Так или нет? Да. Я вот. Думаю, что в финале программы ровно так и будет. И нам ты уже что-то задумал? 100%. Женя, тебе придется косу распустить. А мне придется с удовольствием это сделать. Потому что твое лицо может выглядеть совершенно по-другому. Ребят, мы сейчас раскроем все тайны. Мне кажется, что нам нужно просто уже приступать. Я можно скажу буквально последнее? Конечно. Ты наверняка знаешь, это классика. Голливуд снимал фильмы. Это чуть не в школьной программе. Бернард Шоу «Пигмалион». Потрясающая такая вот рассказ о девочке, которую научили быть красавицей, леди. Женщиной, леди. И там есть такой профессор Хиггинс, который всему ее
всему этому ее Ангелина научил. Ангелина побежала в библиотеку или в книжный магазин скорее читать. Во-первых, прочитать, да, она Элиза Дулиттл сейчас, да, а мы все профессор Хиггинс. Четыре Хиггинса, да. Знаете, как ей повезло? Коллективный профессор Хиггинс. Вперед тогда. Пойдем. Четыре Хиггинса – это лучше, да, чем один, по-любому. Конечно, конечно. Гиль, ну ты чего трясешься, как осиновый лист? Боюсь стоматологов. Боишься? Да. Стоматолога боятся кто? Маленькие дети. А ты зачем к нам пришла сюда? Взрослеть. Так давай начинаем прямо сейчас это делать. Алексей, добрый день. Привет, Жень. Знакомься, это Ангелина, а это Алексей, привет, твой стоматолог, который будет спасать твою улыбку сегодня. Да, очень прекрасно. Или улучшать. Спасать. Хорошо. Здесь об улучшении говорить не приходится. Чувствуешь себя как дома? Ситуация действительно серьезная. Угу. Меня беспокоит сломанный зуб спереди. Угу. Это что, была травма или что? Или ты с кем-то повздорила? Нет, к сожалению, у меня просто мало кальция в организме, и зубы крошатся сами. Скажи, а ты случайно не сладкоежка? Вы меня раскусили. Да. Значит, почему я решил, что ты сладкоежка? Дело в том, что существует такое понятие, как иммунные зоны. Это зоны, где обычно кариес не возникает. То есть это вот кариес? Эта часть и вот эта часть практически полностью разрушена кариесом. Это бывает только у людей, которые злоупотребляют сладким. Причем это не обязательно конфеты. Это может быть газировка. Это могут быть любые рафинированные углеводы, выпечка. В конце концов, как мы видим, это привело к практически полному разрушению нижних, да, зубов. И вот тот процесс, который мы сейчас видим, это называется острый кариес и осложненный кариес. То есть сейчас кариес осложнился воспалением нерва. Какая бездуховность. Мне Столяров говорил, что шоколадные конфеты есть не так вредно, как всякие вот эти долгоиграющие сосательные конфеты. Конечно, это правда? Естественно. Дело в том, что контакт углевода с эмалью тоже имеет определенное значение. Мы постараемся восстановить форму и цвет всех зубов, которые покрыты старыми пломбами. Я предполагаю, что конечный результат будет примерно вот таким. Другое дело. Узнаешь себя? Нет. С тобой прощаюсь ненадолго, а с Алексеем прощаюсь до следующей встречи. Спасибо, Жень, было очень приятно. Спасибо тебе большое. Спасибо. До встречи. До свидания. Пока. Привет, Юлечка. Привет, у меня же тут все остыло. Как ваши дела, где были? У нас все потрясающе, мы уже были у стоматолога. Так, но это был только первый визит, я смотрю, там еще есть над чем поработать. Да. Ну, потому что случай сложный. На пути к красоте люди встречают очень много препятствий, и иногда приходится их немножечко преодолевать, да? Иногда дольше, чем планировалось. Да. Да. Но это больно, скажи, преодолевать эти препятствия? К счастью, к моему, с детства боясь стоматологов, я преодолела свой страх. Это не так и больно, это не так и страшно, и мне даже понравилось. И мне таки даже понравилось. И даже понравилось. Ангелина, ну это прекрасно, что тебе понравилось, потому что у тебя на пути еще очень много мелких таких перебежек от кабинета к кабинету. В поисках красоты. Я как человек, который постоянно работает с лицом, могу тебе сказать, что состояние кожи напрямую зависит от состояния здоровья девушки, от ее образа жизни. Ведь сияние кожи – это отражение здоровья всего организма и прежде всего здоровья кишечников. Поэтому мы дарим тебе лактофильтрум. Благодаря уникальной формуле он выводит из организма токсины и аллергены, восстанавливает нормальную микрофлору кишечника, что помогает сохранить красоту и здоровье кожи. Держи. Спасибо. А когда здоровый организм у человека, то здоровое все, и волосы, и кожа, и даже ногти. И зубы, что очень важно. Это правда. Ну что, теперь куда мы с тобой отправимся? К косметологу. Пойдем за красотой. Давайте, пока. Ангелина, знакомься, врач-косметолог Макс Адам Шера. Так, Юра, и кого ты мне привел?
молодую красивую девушку с потрясающей кожей. Так, это я вижу прекрасно. Я вот даже беру лупу, чтобы найти, что же тут нужно подколоть. Я боюсь, Макс, это не нужно еще. Я с севера, у меня кожа натянута. У меня одна единственная проблема в том, что кожа очень сохнет. Вот что-то с этим можно сделать? А это очень важная проблема, потому что если кожа сохнет, Макс, к чему это может привести? С этого все и начинается. Вот с этого обычно начинаются все возрастные изменения. Тебе повезло, что ты вовремя оказалась в правильных руках. Я сделаю интенсивную процедуру увлажнения. А что это за процедура интенсивного увлажнения? Как ты ее будешь делать? Мы сделаем так называемую дерморолер-терапию. Это микро-микро-микро-микро, даже не укольчики, а стимуляция кожи. Угу. И сверху наносится... такими маленькими иголочками, да? Микроиголочками. Это больно? Слегка. Но терпимо, насколько я понимаю. Абсолютно. Но зато это приведет к лучшему результату, и твоя пока еще не слишком обезвоженная кожа получит хороший заряд увлажнения, правда? Абсолютно, да. Ну что, Ангелина, Макс, все, оставляю вас, пока. Спасибо. Пока. Ангелина, здравствуй. Здравствуйте. Виктор Пономаренко, психолог. Вы оценили как начало всех вот этих проблем ваших, то оскорбление, которое вам нанес ваш молодой человек, оттолкнув фактически вашу любовь. Скорее всего, для меня это было непонятно. Мы с ним были друзьями, у нас было это связано и работа, и учеба, и дружба. Я понимаю. Ты считаешь, что с этого все началось? А я смею предположить, что это уже было проявление какого-то неблагополучие. На самом деле, это до сих пор для меня остается какой-то загадкой, потому что я до сих пор понять не могу. Ты не получила ни от него объяснений. Ни от кого-либо. Ни сама не смогла прийти к чему-то определенному. Да. Вот давай я попробую тебе помочь в этом разобраться. Почему мама так вдруг оказалась черствой по отношению к тебе? У меня не было отца. У меня мама... Ну, как из-за двоих родителей. У меня мама очень жесткий такой человек. Как говорится, что родители хотят воплотить в детях то, что у них не получилось у самих. У меня мама постоянно, всю жизнь хотела петь в хоре. Вот это твоя история, получается? Да. В свое время ее мама не разрешила. И моя мама уже, получается, начала воплощать во мне то, что она хотела. Да, безусловно, мне это безумно нравится. Да. Но это не все. Да. То, что ты хотела бы получить от матери, это да. Не все. Мама воспитывает из своей дочки женщину. Женщину в широком и в узком смысле этого слова. Мама своим примером и советами, разговорами, разъяснениями, ответами на вопросы, которые обязательно появляются у растущей девочки, она делает из дочери женщину. Вот у тебя с мамой... Были такие разговоры? Было такое воспитание тебя как женщины? Нет. Вот какая должна быть женщина? Ты, мне кажется, не увидела вот этой женщины для себя как примера. И была, и остаешься тем человеком, каким умеешь быть, каким тебя научили. Так как у меня не было примера, и так как у меня мама почти всю жизнь, мою сознательную, была одна, у меня какой-то панический страх. Я не знаю, что в моей голове происходит, что я тоже останусь одна. Я начинаю чуть ли не кидаться на молодых людей, предлагать им себя. Я не могу сесть и как девушка, чтобы они за мной ухаживали, еще что-то. Готова всем уделить внимание, кроме себя. Согласись, что вот в твоем рассказе уже читаются две роли. Роль мамы и роль девушки, женщины, которая тобой совершенно не освоена. Ты понимаешь, что в твоей перезагрузке должно обязательно произойти развитие твоей женственности. Ты должна научиться быть женщиной. Давай попробуем поэкспериментировать. Давайте. Спасибо. Всего доброго. Thank you.
совсем смущенная, растерянная. Да. По-моему, немножко прихрамываешь. Да, стукнулась вчера ногой. Ну ты молодец. Да. Ну ты молодец. Всегда я как умею раз выделиться. Умеешь выделиться и вовремя. Потому что я-то как раз приготовил тебе эксперимент, в котором тебе ноги понадобятся, может быть, даже больше, чем голова. Я очень боюсь. Вот это Дмитрий Беляев, педагог школы танго. Я скажу больше, школы танго без правил. Без правил? А? Заинтриговал? Да. Мне очень важно, чтобы она почувствовала в себе женщину. Вот ту в самом высшем смысле, самого высшего качества, которую, как я, ну, по крайней мере, как я себе это представляю, дает именно танго. Как ну, я думаю, вы прямо попали в точку, поскольку аргентинская танго очень сильно отыгрывает гендерные роли. И там мужчина учится становиться мужчиной, а женщина учится становиться женщиной. Делайте ваше дело. А, держи меня вот здесь вот. Я тебя буду обнимать вот здесь вот, хорошо? Окей. Ты чувствуешь движение? Да. Не волнуйся, просто иди за ним. Страшно. Не волнуйся. Не смотри на ножки. Это тебя будет путать. Только ощущения. Так хочется закрыть глаза просто, чтобы реально ощущать все свои ощущения. Отлично, закрой. Тебе это поможет. Это ужасно. Это отлично. Это страшно. Ну, страшно довериться, но ты не волнуйся. Ей было неловко. Перед всеми, перед собой. Она боролась с собой. И вместе с тем она чувствовала, что что-то не так. Что-то по-новому. Не боль. Боль она и раньше чувствовала. А новое – то, что она вдруг начала доверять мужчине. Вот этого в ней раньше не было. Это удивило ее, испугало. Она на какое-то время даже забыла о том, что ей некомфортно ступать на ногу. Мы сейчас поворачивались вперед в основном. То есть это шаг. Подождите, можно 5 секунд, пожалуйста, посидеть? А, устал уже. Пойдем. Я зайду. Найдешь, ну хорошо. Смотрите далее. Нет, сейчас давайте доснимем все. Хватит быть мальчишкой. Вот пусть это тебе будет уроком. Ё-моё! А где волосы? Ранее в программе. В жизни я как пацанка. И она говорит, как же так меня воспринимают на 13 лет? И роль девушки, женщины, которая тобой совершенно не освоена. Педагог школы танго. Стреляет очень сильно много. Сейчас мы прекращаем, Дмитрий? Нет, сейчас давайте доснимем все. Ангелин, я думаю, что тебе нужно сейчас подумать не о своей мужественности, а о своей женственности. Ничего страшного, понимаете, это обычный синяк просто. Дело в том, что синяки так не стреляют. Попробуй обратиться не к своему долгу, а попробуй обратиться к себе, как к девушке. Ну, мне сейчас что, расплакаться? Да. И сидеть, ну, тяжелейте меня все, у меня болит нога. Ты ведешь себя как мальчик, мальчишки-бальчиш такой, геройский. Да. А мы тебя зачем сюда привели? Эти женственность. Чтобы девочкой побыть. Ну что? Чего ты боишься быть девочкой? Не знаю. Я услышал, что ты сказала, что тебе непривычно. Непривычно. Непривычно кому-то довериться. Я привыкла быть лидером всегда, по жизни. Всегда идти первой. Всегда идти вперед. Сама. А с чем ты пришла к нам на программу? Ты сказала, я хочу отношений. Я хочу отношений. Да, я хочу других людей. Хочу себя перебороть с этим. Я все-таки солидарен абсолютно с Дмитрием. Абсолютно солидарен. Хватит быть мальчишкой. Вот пусть это тебе будет уроком. Это какая-то женская моя сторона открылась, потому что я как пацанка обычно всегда и до конца. Без разницы, что и как со мной. Видимо, так и должна вести себя настоящая девочка. Все-таки думать о себе, заботиться о себе в первую очередь, а потом уже смотреть на окружающих. Привет!
Здравствуйте. Екатерина Веселкова, эксперт по стилю. Начинаем с тобой уроки, которые тебе показаны в первую очередь. Это уроки женственности. Я за то, чтобы юность просто процветала всегда, и вообще ее не надо маскировать и скрывать, но немножко корректировать инфантильность. Нужно. Согласна? Да. Поэтому мы будем с тобой подчеркивать, что ты девочка, девушка. Но будем делать это не с помощью чебурашек, мишек, зайчиков. Будем делать это правильно. Договорились? Договорились. Давай начнем с самого главного и большого превращения. У красивой девушки обязательно должно быть правильное платье. Посмотри, какое у тебя появится платье. Хорошо. Хорошо. Так, я вижу, что ты немножко в шоке. Да. У тебя никогда не было платья, не было платья такого силуэта, скажи мне. Я буду выглядеть маленькой девочкой в нем. Неправда. Маленькой девочкой ты выглядишь, когда ты надеваешь свои пижамные футболки с мишками. А это платье, я бы назвала его, да, безусловно, девичьим, ты правильно сказал, но оно очень женственное. Почему? Потому что в нем мы будем подчеркивать твою фигуру. Мы наденем с тобой такое ожерелье. Маленькую сумочку, подчеркнем твою миниатюрность, но сделаем тебя именно женственной. Договорились? Хорошо. Помоги, пожалуйста, возьми вот эти вот босоножки нежно-голубые и возвращайся ко мне такой принцессой с бала. Вернее, приходи ко мне на бал. Ну как тебе? На самом деле я не кажусь маленькой девочкой. А как-то оно меня так даже стройнит. Платье, которые по фигуре, которые показывают красиво контур тела, они женственные. Здесь вечная тема цветы. Посмотри, как у нас золотой цвет здесь сочетается с нашими аксессуарами. С ремешком. Так что ты готова, я не знаю, к первому балу, к своему свиданию. Ну, в общем, когда ты уже выросла и показала всем, что ты так девушка. Так давно я не стояла на каблуках. Непривычно? Непривычно, но очень приятное такое ощущение. Ну, ты чувствуешь, как у тебя спина выпрямилась? Да, у меня ощущение, что я даже подросла так немного. Вот это правильное ощущение. Давай я тебе покажу, какой еще бывает женственность. Она может быть разной. Вот, у тебя появляется вот такой вот жакет комбинированный с кожей. Под него ты наденешь вот такую блузку. Яркий цветовой акцент, розовая юбка. И к ней вдобавок у нас появляется вот такая сумка, да? И давай сразу сюда, ты уже мне поможешь, ты возьмешь черно-белые лодочки. Держи. Ага. Все, пойду перелет. Да. Ну как я вам? Перевоплощение. Что ты скажешь? Я в шоке, потому что хоть я и девочка, но розовый цвет как-то, ну вот вообще с детства не люблю. Да. И для меня непонятно, вот кожаный рукав. Я поработаю переводчиком для всех, кому тоже непонятно. Смотри, ты мне свои ссылки из детства не давай. Я говорю, с детства не люблю розовый. Ты с детства так и не выросла. Тебе как купили пижаму с мишками, ты так в ней и ходишь во взрослой жизни. Поэтому про твое детство это вообще не аргумент. Мне непонятно, фиолетовая сумка, к чему она? У тебя вообще терпение есть? Что у тебя по поведению в школе были? Ты почему учителя перебиваешь? Мне просто хочется узнать все и сразу. Все и сразу. Рассказывай все и сразу. На одном дыхании. Женственность может быть в чистом виде, как у нас было в платье. И женственность может быть комбинированной, как у тебя сейчас. У тебя пиджак надет из текстиля, но он комбинирован с кожей. Кожа всегда такой элемент более брутальный. В данном случае уравновесить черную кожу, мы выбрали пастельные цвета. Один из них это розовый на твоей юбке. И силуэт у нее тоже женственный. Он в складку. И сиреневый на нашей сумочке Сетчеле. Да, как раз для того, чтобы добавить немного карамельности. Но чтобы с нею не переборщить, мы добавили черно-белую гамму. Черный воротник, черные кожаные рукава, спортивность в виде букв дополняются тем, что у нас с тобой есть такие акценты цветовые и женственные и по силуэту, и по
цвету. Мы разобрались с платьями, разобрались с юбками. Теперь давай посмотрим, что еще у нас с тобой может быть. У тебя появляются брюки. Брюки яркие. Брюки, которые тебе, наверное, будет уже привычнее надеть, потому что ноги будут закрыты. И у тебя появляется вот такая блузка, которую ты заправишь. Отдавай мне, пожалуйста, сумочку. И ты остаешься в этих же туфлях. Я тебя жду. Ну, это куча эмоций, штаны штанами, но мне кажется, вот эти вот большие цветы, они меня еще больше увеличивают. Боже мой, что происходит? Штаны штанами. Так, штаны спортивные твои остались у тебя дома. Здесь у тебя брюки, брюки стрейч. Да. Так, первую ошибку уже сделала на полях себе, штаны штанами? Да, пометила. Пометила, отлично. Дальше, значит, на тебе сейчас брюки. Когда у брюк крупный рисунок, действительно есть опасность, что они увеличивают. Поэтому здесь мы выбрали ткань стрейч, которая смотрится на тебе миниатюрно, она правильно обтягивает. Соответственно, ты уже блузку можешь подобрать более объемную, такую, как на тебе сейчас. Я тебя поздравляю с новым гардеробом летним, но, как ты понимаешь, лето и такие короткие шорты обязывают следить за фигурой, за телом, поддерживать вес. Тем более, ты сказала, что ты бы хотела похудеть. Да, мне кажется, что есть излишки какие-то. Тогда у меня для тебя кое-что есть. Я люблю сюрпризы. Девушке важно ответственно подходить к своему здоровью и правильно выбирать средства для снижения веса. Поэтому я вам рекомендую новый Редуксин Лайт, усиленная формула. Он способствует снижению веса, избавлению от ненужных объемов в области бедер, талии, живота, а также контролю аппетита. Будьте стройными, привлекательными, не забывайте заниматься спортом и правильно питаться. Спасибо. Ну что, за дальнейшими перевоплощениями к Жене? Вперед! Пойдем. Женя, привет! Привет, моя дорогая, здравствуй! Евгений Седой, ультрамодный парикмахер. Ну, я смотрю, что волос у нас прям предостаточно. Здесь был эксперимент такой странного вообще. Вирование черное. Если это можно так назвать. Вкрапление черного цвета в красивый цвет волос. У меня вот идея появилась, Жень. Как ты думаешь, если еще поднарастить волосы, хорошо будет? Конечно, конечно. У нас же Ангелина 2,5 метра ростом, и ей очень будут подходить длинные красивые волосы. Все, я чувствую, из меня не очень хороший, как это сказать, стилист по волосам. Парикмахер, парикмахер, прямо скажем, да. Пойду, оставлю я вас вот с этой красной незабываемой резиночкой, пока у Ангелины на голове. В следующий раз, когда ты увидишь Ангелину, ее уже не будет. Все, я надеюсь на это. Она мешала всем моим образом. Пока. Так, ну что, Ангелин, что тебя вдохновило вот так поиздеваться над своими волосами? Обрезать не хватало силы воли. Угу. И ты решила издеваться цветом над волосами. Да. Кто тебе порекомендовал вообще вводить такой темный пигмент в твои волосы? А я не знаю, я отрастила полностью свой цвет. А потом долбануло. А потом с подружкой прям, решили что-то в себе изменить и решили сделать. Прямо она, она поэкспериментировала, первый раз меня покрасила, ну вот. Вот что теперь мне делать с последствиями ваших экспериментов, потому что твоим волосам грозит смывка, а это не всегда очень здорово. Ну, хорошо, что об этом думать и гадать. Давай приступим к работе, а там поймем, к чему мы идем, правильно? Хорошо. После смывки волосы особенно нуждаются в правильном уходе, в увлажнении, питании. Им необходимо доставить все питательные вещества для того, чтобы они смогли восстановиться. Да. И в этом тебе смогут помочь испанские капсулы для роста волос и укрепления ногтей «Лошадиная сила». Также используй шампунь и тающую маску с гиалуроном и вытяжкой из перца той же марки. Я знаю, что многие звездные стилисты используют их. Поняла? Да. Какая ты у меня понятливая, молодец. Ну что, Гелечка, скажи мне, пожалуйста, ты никогда не стриглась, да?
Нет, до 10 лет у меня были подстриженные волосы, а потом почему-то начала отращивать снова. В общем, очень давно у тебя не было коротких волос. Да. Прекрасные. Прекрасные новости. Нет. Я буду вообще первооткрывателем, видимо, сегодня, да? Ё-моё! Ты что? Легко стало? Нет. Нет, а сейчас? Офигеть. Гелечка, привет. Привет. Привет, Жень. Привет. Ну что такая грустная, как Аленушка прям? Она не то что грустная, у нее даже напоследок, я ее уже уложил, она сидит с закрытыми глазами, и у нее вдруг полились такими северными реками слезы. Что случилось? Почему? Не знаю, жалко расстроена. Это ты на каком сейчас? Это, видимо, северных народностей каких-то. Да. Жалко расставаться было с волосами, страшно увидеть перемены. Так у тебя же на голове есть волосы. Я не знаю, Женя все что-то обстригал. Что-то, мне кажется, уже ничего не хорошо, ничего. Но если страшно увидеть перемены, зачем ты здесь оказалась тогда? Потому что здесь без перемен никто не уходит обычно. Это правда. Для себя самой. И если у тебя длинные темные волосы, логично предположить, что они не будут больше длинными и темными, правда? Ну да. А если вы боитесь перемен, то не приходите к нам на перезагрузку. И не записывайтесь на кастинг по адресу, который сейчас видите на экране. Если же вы все-таки к переменам готовы, обязательно приходите к нам на программу. И адрес для записи на кастинга, как обычно, у нас на экране сейчас. Гельчика, к переменам ты готова или нет? Да. Ты у меня будешь рыдать так же, как и здесь? Нет. Потому что будешь бояться, что вдруг у тебя бровь будет чуть-чуть пошире или, может быть, румяна чуть поярче. Нет, постараюсь держать себя в руках. Я собралась. Потому что у меня... Не забалуешь. Давайте, все, Гель, пойдем ко мне. Ангелина, это мейкап-студия. Присаживайся, пожалуйста. Как у тебя вообще, расскажи, складываются отношения с косметикой у столь юного существа, на первый взгляд? Косметикой я обхожусь только на концертах, то бишь это ярко, красиво, все чересчур. В обычной жизни краситься у меня не получается, потому что я не чувствую этой грани. Только недавно купила себе косметику для ежедневного макияжа. Я купила себе тональный крем, карандаш для бровей и тушь. Ну, собственно, прекрасно. Если бы ты купил еще блеск и румяна, то это был бы вполне законченный для тебя дневной макияж. Единственное, о чем я тебе хочу сказать, у тебя непростая структура век. Это не недостаток, да, это просто такая особенность век. И, в принципе, сделать дневной макияж для тебя не очень сложно. Мы сделаем все-таки не совсем дневной, назовем его коктейльный, да? Тебе очень бы пошла подводка, но, к сожалению, на твоем веке ее просто не будет видно, потому что она спрячется. Но тебе очень пойдет модная растушеванная подводка, которая в нижней части делается как подводка, а в верхней части это тушеванная линия, которая зрительно, к тому же, увеличит глаз. У меня большая проблема с бровями. У тебя нет больших проблем с бровями, у тебя с ними все прекрасно. Тебе нужно лишь не слишком плотным карандашом для бровей с воском подчеркнуть верхнюю линию роста брови и нижнюю. И немного уложить волоски вверх. Все, бровь будет очень естественной и при этом зрительно приподнимется. Единственное, на что тебе нужно обратить внимание, видимо, это ты и называешь большой проблемой, это то, что у тебя в области сердца, то есть в центральной части, в наивысшей точке брови, есть небольшие пробелы. Вот их можно заполнить при помощи карандаша. Смотрите далее. У нее столько было недостатков. Сколько? Сколько? Да довольно-таки много. Сегодня моя последняя программа. Ты шутишь? Гельчика, макияж готов. А как правильно накладывать румяна? А куда ты их обычно накладываешь? На яблочки, и получаюсь какой-то матрешкой. А покажи, где у тебя яблочко? Вот здесь. Так.
Значит, ты накладываешь на яблочки, но не наносишь слишком высоко. У тебя есть вот эта зона, участок верхней скулы, на которую тебе румяна накладывать ни в коем случае не нужно. Хорошо. А румянец яркий, свежий, это абсолютно твое. Это подчеркивает свежесть и молодость. Правда же, женщина? Господи, это такая молодость и такая свежесть, которая даже не нуждается в подчеркивании. Стоит только снять колпак. Да, это правда. Ты себе не представляешь, как ты стала выглядеть? Не представляю. Ты стала вот не взрослее. Ты стала не девочкой, но очень молодой, очень свежей, необыкновенно привлекательной женщиной. Классно. Я ждала чуда. Я думаю, что оно сейчас произойдет. Оно уже произошло, просто ты его еще не видела. Видела. Раз. Два. Три. А где волосы? Слушай, ну очень приятная героиня у нас. Ты знаешь, она не то что приятная, она прям красавица. Приятная. Ты знаешь, она даже звезда. Ты слышал, как она поет? Ой, Катюш, привет. Привет, привет, мальчики. Виктор. Как приятно видеть вас смеющимися. Хорошие, хорошие новости, надеюсь. Ну как? У меня сегодня необычный день. Последняя моя программа. Я думаю только об этом. Как вообще не расплакаться? Поэтому я к вам не могла не зайти. Просто потому, что выйти на финальную студию и сделать вид, что все как обычно, я не могу. Поэтому пришла к вам за психологической помощью попрощаться. И, конечно, еще обратиться к нашим телезрительницам и попрощаться с ними. Девочки, которые смотрят нашу программу. Сегодня у меня мой последний финальный выпуск. И хочется сказать вам важные слова. О чем наша программа? Про макияж, про новое платье, про колечки. Конечно, не об этом, хотя и об этом тоже. А в первую очередь про то, что у нас, в каждом из нас есть огромная сила преображения. И то, что делаем здесь мы, это всего лишь помогаем вам ее открывать в себе и становиться свободными, счастливыми, красивыми. А на самом деле все в вас уже есть, это просто нужно открыть. Какое преображение случится со мной? Совсем скоро я стану мамой. Что может быть еще лучше для девушки? Конечно, кольца, платье, макияж, прическа – все важно. Но самое главное событие ждет меня впереди, поэтому я с вами расстаюсь. Останусь ли я экспертом по стилю? Конечно, да, но теперь помимо всего гардероба прибавятся еще подгузники, варежки на резинке. И, в общем, работы, хлопоты у меня прибавятся. Но я буду о вас думать, я буду за вас болеть, держать за вас кулачки. Желаю вам всего самого-самого хорошего, чтобы вы нашли в себе эту силу преображения, стали счастливее, красивее, свободнее. Ну, а мне пожелайте быть хорошей мамой. Ты и будешь. Все, я не могу. Ты уже хорошая мама. Катюш, как трогательно невозможно. Ты потрясающая женщина, хорошая мама. И самое важное, что это же для любой женщины праздник. Рождение ребенка, рождение нового человека, который тоже будет красивым, который тоже будет, принесет в этот мир очень много радости, так же, как и ты. Пусть это не звучит банально, но ты остаешься с нами в нашем сердце, Катя. Спасибо, что вы меня поддержали. Спасибо тебе, что ты есть у нас. Ну что, идем? Пойдем. Идем работать, Катя. Пойдемте. Пойдемте. Друзья, ну что, сегодня у нас важный момент в программе. Сегодня у нас Ангелина, которая очень необычная, это действительно так. Это очень яркая девушка, красавица, еще и талантливая. Ее сегодня пришел встречать ее друг. Как вас зовут? Меня зовут Максим. Есть какое-то чувство, не знаю, волнения, трепета? Ну, за Ангелину, конечно, есть. У нее столько было недостатков. Сколько? Сколько у нее? Да довольно-таки много. А ну-ка, расскажи, нам интересно. Ну, во-первых, внешность ее. Она всегда одевалась как девочка-пацанка. У нее такой образ всегда был. Угу. Вот эти джинсы, кеды. Это никуда не идет. Она ведь в первую очередь девушка. А мальчикам не нравится, когда мужчина? Нет, нравится, но когда это уместно. Угу. Когда это спортивный зал или фитнес-центр, а не повседневная жизнь. Вот, это то, что я вам всегда говорю, девочки. Ну, так как это перезагрузка, значит, ее, наверное, грузанули. Груза, подгрузили, я бы даже сказала. Подгрузили, понимаешь? Подгрузили каблучками, мини-юбками. Что еще ждем от Ангелины? Пышная прическа, красивая улыбка. Ну и хорошее настроение. Что еще мужчине надо для счастья? Просто, чтобы на подиуме вышла идеальная женщина. Давайте посмотрим, получилось так или нет. Давайте.
что скажешь? Ну, другое дело. Сразу чувствуется женственность. Ангелина, скажи, что ты чувствуешь сама? Я счастлива! Так? Начала заново жить. Какая-то искорка просто внутри вот так вот щелкнула. Реально большое вам огромное спасибо вашей команде. А самое главное, знаете что? Реально захотелось что-то делать, творить. Скажи, что уже пришло в голову? Буквально несколько дней назад вот захотелось, серьезно, очень захотелось сделать вам подарок. И если вы разрешите, я вам сейчас его вручу. Кто же от таких вещей отказывается? Конечно, разрешаем. Ух ты! Вау! Господи. Слушайте, жалко, что камера не передает аромата. Камера не передает аромата. Раз я сладкоежка, и меня все ругали, что я люблю сладости, я решила просто испечь вам наши северные козули. Ты сама пекла? Да. Козули? Да. Что такое козули? Расскажи. Их можно хранить очень долго, это пряники. Что? Можно я вот так вот сделаю в сторону камеры, чтобы всем передалось, как пахнет корицей, гвоздикой, вообще вкусно. Господи, какая прелесть, как это приятно. Ты сама красила еще. На самом деле человек поет только в одном состоянии, когда он счастлив. И когда я сегодня зашла в гримерку и услышала голос, как просто разливается песня, я говорю, кто это? Оказывается, это поет Ангелина. Голоса раньше ее я не слышала. Для меня это был такой самый главный признак того, что Ангелина уже себя чувствует счастливой. У нас на севере, у нас на севере зимы долгие, избы серые, походкой плавною идут красавицы, а каблучки земли два касаются. Вы не верьте слухам, эти слухи ложные. Что у нас на севере, что у нас на севере, люди заморожены. Браво! Спасибо большое. Теперь мы точно знаем, что не заморожены. Ну что, спустись, пожалуйста, к нам. Мы оставляем тогда. Вас наедине? Ничего себе. Ну, с такой-то девушкой грех не остаться. А тебе удачи. Пока. Счастливо. Пока-пока. Держи, это для тебя подарок от нас. Спасибо всех, от всей нашей большое. Съемочной группы. Девушка. Все, ребята, смена окончена. Спасибо большое. Дэн, прости за все. Мы тебе тоже хотели сказать, что мы тебя очень любим. У тебя самый лучший крупный план, простите, мальчик. Ну, реально, правда. В следующей программе. Меня зовут Ася. Это мой друг Глист. Мы с Альфа Центавры. А у вас сейчас гражданство дали, да? Да. Хочу посмотреть, какая из меня может получиться леди. Дерешься, кусаешься, шкатулками кидаешься. Ну так? Могу врезать, да. В конце концов, ляжешь в клинику неврозов, полежишь немножко. Я даже к психиатру его собирался записывать. Здесь никакой перезагрузки не будет. Либо мы отказываемся от героини, либо мы продолжаем в том ключе, в жестком, который я заявил. Thank you.